Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по инвестпроекту AE Real. Он уже нормально работает. Дают нам тут, вот написано, компания дает 1000 рублей на депозит бессрочный под 0,1% в сутки. И плюс за каждого реферала на счет по 100 рублей, тоже под 0% в сутки. Вот. Проект работает уже прилично, проект платит 4,79% ежечасно, это 115% на 24 часа. Минимальный депозит 10 рублей. И максимум, максимум нас не интересует. Так, далее. Ну что, у меня есть видео по нему, я делала, когда на старте я регистрировалась. Как я сказала, проект работает, проект платит. Я вот, у меня на 42,93. Я сейчас хочу их вывести, поставить. Платит инстантом. Так, эту сумму я стираю. Так. 42.93. Так, поставлю на паузу и введу пин-код. Вот Pair рубли у меня по умолчанию тут стоят. Значит, выплата произведена, написано. Проверьте ваш кошелек. Так, ну что? Вот сумма пришла, видите? По щелчку переходим на почту. 42.52. AE Real. Так, платит. Все. Замечательно. Инстантом. Далее, ну что мне здесь? Так, ну это мои выводы. Вот я здесь все выводила. Вчера я вывела два раза 39 рублей, 50 рублей. Я закидываю сюда без фанатизма. Вот. Даже мои депозиты. Сейчас я вам покажу. Депозиты. Я осознаю то, что это интернет, да, и всякое может случиться. Вот это бонусные денежка. Это я закидывала. Это бонус за реферала дали. И дальше я пошла закидывать 20 рублей, 30, 30, 29, по 50 рублей, 50, вот 27. Вот у меня вот этот еще должен, вот 23. Из 24 начислений еще должно прийти начисление. И здесь 10 начислений из 24. У меня еще как бы денежка работает, как бы, да. Ну, депозит мой еще не отработал. И я вот так периодически тут все вкладываю, вывожу, вкладываю. Вот. Как бы большие суммы, естественно, я не вкладываю. А помаленечку. Я уже, естественно, в плюсе. Вот. Так что могу себе позволить маленькими суммами. Так что у кого, кто на бонусные работает, проверяйте кабинеты. Минимальный вывод 10 рублей. Вроде бы. Вот. Ну и здесь вот платежки. Я проектом довольна. Очень мало таких инвестпроектов, которые работают добросовестно и долго. Вот, и пусть он работает себе. Чем дольше, тем лучше. Хоть какая копейка. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.